Итак, друзья, всем привет! Сегодня продолжаем эпопею по поиску пляжа, более-менее нормального пляжа. В прошлый раз мы с вами были на центральном пляже Фукака. Народ еще валом, блин, грязи, щетина, все, ну, ужас, короче. Потом мы добрались до пляжа Высокий берег. Да, там почище, народу чуть поменьше. Но вот эта вот галька все-таки мелкая, ногам ходить больно. Ну, еще с непривычки, видать. Есть у нас тапки специальные, но, блин, их таскать с собой тоже 4 пары. Короче, поедем сегодня на пляж, песчаный пляж GMT. Там вроде бы и народу немного, и водичка чистая. Сам не был, но вместе с вами сейчас мы туда отправимся. Короче, как туда добраться? Вот там есть между гаражами лаз в сторону остановки ГИБДД туда. 5 минут ходьбы, и мы уже на остановке. Маршрут автобуса 128, по-моему, 16 остановок. Минут 30 ехать, по прибытию там, по-моему, минут 5-10 пешком идти. Короче, сейчас проверим время. 15.06, 30 градусов в Анапе, так что погнали. Обходил, передаем оплату, что я как попугай кричу. Водичка-то чистая, смотри, да? Водичка чистенькая, капец, как классно, елки-палки, тепленькая, ну народу тоже немало, но посвободнее все равно. Блин, ну вот здесь классно, да, смотрите, какая вода. Время 16.14. 16.14, ну тут да, тут классно, конечно, блин. Ну, это с учетом того, что первый автобус мы пропустили, он совсем был полный. И второй тоже был полный, но уже садились, пришлось садиться, чтобы доехать вот до этой красоты. Привет! Не смотри, как здорово, да? Блин. Какая вода прозрачная. Вообще шикарно. Шикарно. Ну, людей, конечно, много. Так что, ребята, здорово. Сегодня здесь балдеем. Ваши комментарии, мадам. Классная водичка. Чистенько. Чистенько, да, здорово. Лучший пляж. Лучший пляж в Анапе. Рекомендую, да? Рекомендую. Друзья, посмотрите, какая красота. Вот где рай на земле. Ёлки-палки. А я его так давно искал. Вон, вот он. В часу езды от моей квартиры. Так что, ребята,
на центральный пляж города Анапы. Нифига не ходите, вот, вот сюда ходите. Чуть-чуть подольше, но зато красота, смотрите. Все свободно, водичка чистая для семьи, с детьми. Блин, красота, ведерко там взяли, совочек. Во, вот такая вещь, я очень доволен. Так что, ребята, пока мы определились, где мы будем отдыхать. Ну, говорят, еще есть лучше, ну, куда еще лучше? Не знаю. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Пока-пока.